Приветствую вас, друзья, на канале «Каменный успех. Дома из камня». Сегодня тема углов. Мы выставили камень и сразу же берем, вот натягиваем причалку. Вот причалка натянута, и потом уже выставляем по уровню. По уровню выставляем вот эти края, то есть низ, вверх. То есть где у нас животик, там все, как бы это мы уже с вами проходили. Чтобы угол у вас был не только внизу, вверху ровный, то есть чтобы вы нашли животик и все, а и здесь, чтобы у вас был определенный свой зазор. Если у вас здесь 0,5, так здесь тоже, вот смотрите, 0,5. Видите? 0,5. 0,5. То есть его в середину, наполовину вы ставите этот угол. Это самый такой элементарный принцип, как нужно выставлять правильно углы. Я думаю, что я здесь правильно объясняю. Я думаю, что я правильно вам рассказываю. Вам очень легко понять. Потому что вы можете всегда переспросить и просто даже взять и позвонить мне. И я вам расскажу немножко больше. Теперь мы сейчас посмотрим другой вариант. Смотрите. Один маяк, второй маяк. Натягивается нитка, одна, вторая. Здесь можно по уровню просто планку какую-нибудь прислонять, и вы уже четко видите, как выставлять угол. Это мы все смоем, помоем прессом. Кстати, очень хорошо и легко отмываются камни прессом. Пойдемте дальше. Вы смотрите, как мастер выставляет. Видите, я пришел сюда, здесь он так же само делает, как я вам и рассказываю. То есть, простая доска. Видите, у меня даже центр и зазор. То есть камни выставляются правильно. Для того, чтобы выставить правильно камень, вот по доске, по шаблону, все очень просто. Вы можете по нитке натянуть нитку, и уже сможете смотреть на эту точку и на эту. На две точки смотрите, чтобы он был середина на половину. Середина на половину. Иногда бывает так, что мастера ставят здесь нитки, и у них один угол просто выворачивает так. И потом, когда идешь, если ты в этом деле просвещенный, смотришь, о, смотри, как вывернулся угол. То есть для того, чтобы углы не были вывернуты, им нужно смотреть по двум ниткам, или по планке, по маяку можно смотреть, по нитке. Все, стройте из камня, зарабатывайте.